Друзья, всем привет! Вы смотрите канал Invest Future. И это 23-й выпуск нашего еженедельного инвест-шоу. Друзья, для тех, кто недавно присоединился к нашему проекту, я напомню, что в рамках Invest Show я показываю три портфеля. Первый из них называется Ленивый. Это портфель, который я формирую самостоятельно. Каждую неделю пополняю счет на 10 тысяч рублей и покупаю активы на свое усмотрение. При этом каждый месяц для ленивого портфеля я выбираю нового брокера. И в этом месяце, в марте, мы начинаем работать с новой компанией. Чуть позже узнаете с какой. Второй портфель называется «Народный» и формируется на основании ваших рекомендаций. Комментарии из прошлого выпуска, которые стали самыми популярными среди наших подписчиков, становятся основой для сделки в народном портфеле. И третий портфель называется «Индексный». Да, в «Народный» мы покупаем минимальным лотом. И третий портфель называется индексный. Туда покупка тоже идет минимальным лотом. И это максимально пассивный вариант инвестирования. Просто я каждую неделю беру что-то из ETF или биржевых пифов для того, чтобы показать, какой портфель получается, если прилагать самые минимальные усилия. При этом подчеркиваю, что Invest Show не является набором инвестиционных рекомендаций и торговых сигналов. То, что мы покупаем в народный портфель, это публичный эксперимент, который показывает что будет если вот так вот довольно хаотично собирать портфель посмотрим с вами хотя бы через год к чему нас это приведет Ленивый портфель – это мой личный выбор и моя личная ответственность, при этом он достаточно рискованный, потому что там не такая большая доля защитных активов, как нужно многим, я думаю, поэтому повторять мои сделки из ленивого портфеля тоже, пожалуйста, не нужно. Ну и индексный – это, опять же, показательная история, вот максимально пассивное такое инвестирование. Итак, давайте переходим к нашим портфелям, начинаем, как всегда, с народного и давайте посмотрим, как менялась его динамика. Я веду все три портфеля в приложении Intel Invest внизу в первом закрепленном комментарии есть ссылки на все три портфеля. Вы можете посмотреть повнимательнее их структуру, и также воспользоваться сервисом Intel Invest, если вам он нужен. Итак, народный портфель. Конечно, у нас довольно волатильным был на прошлой неделе, как и весь рынок. Мы видели мощнейший обвал на рыночной панике. При этом, если посмотреть по конкретным бумагам, то, несмотря на коррекцию, Которая на рынке произошла, мы с вами видим, что, например, Норильский никель остается пока в приличном плюсе 20%. Microsoft почти 10%. но тут еще плюс валютная переоценка да, играет на пользу. Ну, МТС легонький плюс, Сберпреф легонький плюс, ФСК ЕС почти 12% в плюсе. Мосбиржа существенно сократила свой рост, но тем не менее почти 5% по-прежнему. И Русгидро 35%. Остальные бумаги в минусе. И совокупно мы видим, что бумажная доходность нашего народного портфеля снизилась до уровня 3,2%. Конечно, и повыше мы видали результаты в прошлые месяцы. Конечно, сократилась существенно доходность, но тем не менее он по-прежнему держится в плюсе. И я думаю, что это делает отчасти комплимент нашим подписчикам, которые голосовали вот именно за эти бумаги. Теперь переходим к новой идее для народного портфеля больше всего лайк. В нашем прошлом видео набрал комментарий от э, Виталия Б. 187 лайков. И рекомендует нам Виталий взять в народный портфель акции компании Joy, J-O-Y. -Y. Это для справки скажу, китайская компания лидер рынка потокового вещания в Юго-Восточной Азии. Хватит голосовать за усреднение, говорит Виталий. Время включать фантазию. На волне, ну я немножко сокращаю, на волне негатива из Китая надо купить то, что дешево, но то, что имеет скрытые перспективы к росту. Месяц, полтора миллиарды людей сидели дома в заперти. Чем они все это время занимались? Что было востребовано? Ели и пили. Сексом занимались, играли в видеоигры, смотрели видосики, звонили друг другу по видеосвязи. Короче, занимались онлайн-бугагашенькой, поэтому предлагается компания Joy, ведущий поставщик такой бугагашеньки китайскому народу. П на Е 558, долг к ебеде 009, чистая прибыль за 2019 год раза в два выше, чем за 2018. И мощный рост трафика и аудитории в феврале 2020. Но об этом пока. Не объявлено. Ну что ж, компанию Joy, стикером YY, я буду покупать на свой индивидуальный инвестиционный счет. Акция торгуется в долларах на бирже Nasdaq, поэтому сначала мне нужно купить немножко валюты. Да, сейчас, к сожалению, не самый лучший курс для того, чтобы это делать, но, в общем-то, выбирать не приходится. Поэтому давайте сначала начнем с того, что мы купим доллары, соответственно, одна акция стоит 57 долларов. И я на свой индивидуальный инвестиционный счет по, давайте, по рыночной цене должна купить 57 лотов соответственно это 3741 рубль 22 копейки комиссия рубль 87 показывает мне мое приложение мы нажимаем на кнопку купить и покупка долларов произошла Теперь, я думаю, что практически моментально купленная валюта должна была прийти на мой ИИС. Давайте проверим. Да, мы видим, что у меня прибавилось валюты. Перехожу снова на вкладку «Что купить» и по тикеру, вот она, компания YY, нахожу нашего китайского гиганта и, соответственно, нажимаем на кнопку купить на ИС я буду покупать так по рыночной цене. Ну давайте хотя бы по, по 58, хотя бы и соответственно один лот мы покупаем комиссия 0,03 итого 58 долларов 3 цента. Создать заявку. Заявка размещена. Возможно, не моментально, но эта бумага должна появиться на моем индивидуальном инвестиционном счете. По-моему, пока этого не произошло. Ленивый портфель на прошлой неделе тоже переживал не самые простые времена, но сейчас мы видим, что в целом достаточно позитивная картина складывается. Среди лузеров у нас тут Циска, у нас тут Интеррау, конечно, прилично просела, просел Форд, несмотря на то, что мы его чуть-чуть подусреднили на прошлой неделе. Небольшой минус по AT&T, Фосагра, Северсталин, ЛМК, Мэйсис, которая вот продолжает валиться ко дну, Газпром и компания Дисней. Но но совокупно, мы видим, что у нас есть бумажная прибыль для более 5% по ленивому портфелю. Ну, как у нас, у меня и у моего ленивого портфеля. Друзья, на этой неделе я решила докупить еще немного акций компании Disney в мой ленивый портфель, потому что за февраль только лишь акции упали на 15%, тогда как индекс SP 500 показывает минус 8%. На это есть две причины. Первая это закрытие на карантин парков в Шанхае и Гонконге. В компании подсчитали, что простой шанхайского парка на два месяца обойдется компании в 135 миллионов долларов, а в Гонконге в 40 миллионов долларов. Плюс токийский парк также закрыт до 16 марта. И пока еще непонятно, какая судьба ждет парки в США и Европе. Это первая причина. Но мы понимаем, что она временная, конечно. Хотя, безусловно, отразится на следующем отчете компании за вот календарный первый квартал 2020 года. И второй фактор – это смена SEO Боб Пайкер вместо Боба Чапека. И это, конечно, такой вот период перестановки, некой неопределенности в компании. С другой стороны, например, если посмотреть на отчетность за четвертый календарный квартал, то есть, конец 2019 года мы увидели, что выручка компании взлетела на 36%, составила более 20 миллиардов долларов. Чистая прибыль, правда, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизилась на 23%, но тем не менее остается впечатляющей. Это вот данные по американской отчетности, по ГААПу. При этом у Дисней очень диверсифицированный бизнес. Помимо тематических парков, которые страдают, конечно, от текущей ситуации, компания занимается также производством фильмов, музыки, театральными постановками. Компания владеет линейкой СМИ, причем как электронных, так и теле, радио, печатные СМИ. Ну и, конечно, важный момент заключается в том, что компания заклю... запустила стриминговый сервис в ноябре. Там уже почти 30 миллионов подписчиков, и многие аналитики называют Disney+, ну, буквально убийцей компании Netflix. Хотя, конечно, вот бизнес того же Netflix все-таки не так завязан на реальной истории, потому что Disney еще и торгует игрушками, у Disney есть еще и круизные корабли, на которые, понятно, сейчас никто не хочет садиться. И поэтому, конечно, мы видим, что текущая ситуация влияет на акции компании, но мне, как долгосрочному инвестору, который хочет купить акции, которые будут работать на меня на горизонте там, ближайших 10 лет как минимум, мне нравится эта компания, и мне даже нравится то, что акции сейчас находятся на 10-месячном минимуме. Ну и я не исключаю того, что акции Disney могут и дальше падать в ближайшей перспективе. Понятно, что еще раз скажу, отчет за первый календарный квартал будет не очень хорошим, да. И нельзя исключать, что это окажет дальнейшее давление на котировки, но я просто докуплю еще в такой ситуации. Меня это не пугает, потому что еще раз я покупаю на долгосрок. Итак, я буду в этом месяце для ленивого портфеля тестировать брокер БКС. И вот сейчас я уже нахожусь в его приложении, которое называется «Мой брокер». В целом, на первый взгляд, приложение реализовано достаточно современно. Ну, а в нюансах будем потихонечку разбираться. Дисней торгуется за доллары, поэтому мне нужно сначала купить немного валюты. И мы видим, что здесь в приложении можно купить доллары неполным лотом. И, кстати, евро тоже. Курс как мы видим ну практически не отличается соответственно ну, немножко отличается так нажимаем на кнопку волатильность конечно на рынке сейчас довольно активная давайте мы подадим заявку у меня есть 10 тысяч рублей на счете купить соответственно мне нужно порядка 120 долларов на покупку одной акции компании Disney, соответственно, 120 лотов готово. Сумма сделки 7877. Ну, по рынку, пусть будет по рынку. Хорошо, попробуем подать поручение. Подтверждаем. Вам запрещена работа по данному торговому счету. После некоторого перерыва, связанного с моими попытками решить технические вопросы, я возобновляю видео и... Смотрите, какая ситуация. Обратилась я в поддержку БКС, позвонила по телефону. Они достаточно быстро среагировали. Мне, правда, пришлось там примерно в течение часа переключаться между разными сотрудниками, послушать э, тревожную музыку на горячей линии. Но выяснилось, что у меня в БКС открыто два счета, причем они старые, открыты были еще в 2018 году. Первый счет я открывала напрямую в БКС, и второй счет я открывала через Тинькофф еще в, в те стародавние времена, когда вот Тиньков сотрудничал с БКС и давал доступ на биржу через брокеры БКС, когда у Тиньков еще не было брокерской лицензии. Потом, соответственно, Тиньков отказался от работы с БКС, а счет в БКС у меня как бы остался. И когда я пополняла деньги, я пополнила счет именно вот этот старый Тиньковский, не зная об этом, потому что вот у меня в личном кабинете нигде не было об этом информации. И выяснилось, что этот счет я могу пополнить, но при этом он заблокирован, и никаких операций с этого счета я совершить не могу. Немножко странная ситуация, поддержка обещала разобраться, я буду держать вас в курсе по поводу того, чем эта история закончится и смогу ли я с этого заблокированного счета, по крайней мере, перевести деньги на второй вот этот вот БКСовский счет, либо они там вообще пропадут, ну посмотрим. Но так или иначе, конечно, ситуация у меня вызвала некоторое промедление. Потом я в итоге пополнила с карты еще раз вот свой второй счет, который у меня в БКС. И теперь могу совершать операции. Итак, снова захожу в приложение ⁇ Мой брокер ⁇ Вы видите, что у меня на счете 11 тысяч рублей. Я с запасом закинула на сегодняшний день. Итак, смотрите, у меня задача купить одну акцию компании Disney. Это получается порядка 120 долларов. И мне для этого, соответственно, потребуются доллары. Да, еще раз проверяем, сколько стоит одна акция Disney. 119 долларов. И переходим на вкладку «Валюта». Так. Выбираем покупку валюты неполным лотом. Подаем заявку. Соответственно, 120 лотов мне потребуется. Суммы сделки. Написано, что комиссия не входит в сумму сделки, но при этом размер комиссии не прописывается. И уже в следующем выпуске Invest Show мы с вами поговорим поподробнее о тарифе, который у меня выбран, и о комиссиях. Но сейчас просто подаем поручение. Ждем, когда приходит у нас смс. Готово. Подтверждаем. Заявка исполнена по рынку. 120 долларов я купила, и мы видим, что вот они уже отображаются в моем портфеле как доллары. Теперь еще раз, да, возвращаемся на вкладку акции, поиск инструмента, Walt Disney, подать заявку, 119 долларов, один лот, комиссия не входит в сумму сделки, подать поручение, заявка исполнена. У меня осталось еще 2000 рублей, и я продолжаю свой безудержный мартовский шопинг в приложении БКС. Смотрите, надо было, конечно, сделать это сразу, но я что-то немножко затормозила. Я куплю еще долларов, и на сдачу хочу взять кое-что из дешевых американских бумаг. Соответственно, неполный лот, подать заявку. 28 лотов подтвердить заявка исполнена мы видим что у меня появилось еще немного свободных долларов и я докуплю э, несколько совсем бюджетных акций компании Ford, которую я вот так вот потихонечку усредняю на небольшие суммы. суммы. Причем я еще раз хочу сказать, что это, конечно, достаточно рискованная история. Ford сейчас находится не в лучшей своей форме, но с другой стороны, фундаментально компания кажется мне э, достаточно перспективной, поэтому я вот так вот просто на маленькие копеечки потихонечку буду докупаться не на большие суммы это не то что какая-то моя такая прям стратегическая инвестиция но способ припарковаться почему бы и нет подать поручение 4 лота я возьму заявка исполнена ну и напоследок давайте посмотрим, что творится с индексным портфелем. Здесь ситуация более грустная, но ну, это связано, собственно, с тем, что я начала его формировать с начала января 2020 года, и здесь у нас был как бы меньший запас прочности по росту активов. Вот вы можете посмотреть в приложении, какова у меня динамика в настоящий момент. Совокупно у нас по индексному портфелю, у меня по индексному портфелю в настоящий момент бумажный убыток минус почти 2%. Индексный портфель я формирую на своем индивидуальном инвестиционном счете. И на сегодня я решила еще докупить немного FXRL. У меня уже есть этот инструмент в портфеле. Вот мы видим, что он отображается здесь. И собственно говоря, цена покупки у меня была 3135 рублей. Сейчас он просел до 2866 рублей. И мне кажется, что можно потихонечку начать усредняться. Будет еще падение. Буду просто покупать еще по более низким ценам, как всегда. Итак, нажимаю на кнопку купить на ИИС. Ну, давайте у нас текущая цена 2866 866. Давайте поставим 2,866. Один лот. Комиссия рубль 44 копейки. Создать заявку. Заявка размещена. И, и как мы видим, у меня теперь уже две акции FXRL в моем портфеле. Текущая стоимость 5731 рубль. Ну что ж, друзья, на этом буду сегодня заканчивать. Надеюсь, что вам было интересно. Если так, то не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик и, конечно же, в комментариях писать ваши инвестиционные идеи для следующего 24-го выпуска нашего инвест-шоу, который выйдет через неделю. Пишите, пожалуйста, ваши инвестиционные идеи, потому что рынки сейчас, конечно, очень интересные. Кого-то пугает текущее падение, кто-то, наоборот, рассматривает это как глобальную распродажу и пытается скупить все, что есть. Я за более сбалансированный подход, постепенно, не меняя своих планов на примерно равные суммы. Каждый месяц я покупаю активы таким образом я с одной стороны не нахожусь вот в той панической ситуации когда люди кричат все распродать потому что очень страшно и с другой стороны я не скупаю на все деньги которые у меня есть активы потому что я не исключаю что рынок будет существенно ниже в ближайшие Месяцы. Посмотрим, к чему приведет моя стратегия. Оставайтесь с нами, чтобы наблюдать за нашим таким вот реалити инвест шоу. С вами была Кира Юхтенко, команда Invest Future. Ссылки на наши социальные сети есть в описании к этому видео. Присоединяйтесь, потому что, например, в Телеграме мы публикуем важные апдейты по рынку. И до новых встреч на нашем канале в следующих роликах. Всем пока!